Последний звонок 2020 точно войдет в историю. Впервые нежный и трогательный праздник прошел в онлайн-режиме. Но это не значит, что не было торжеств. Детские воспоминания, поздравления и пожелания выпускники передали через экраны. Школьный майский двор совсем не такой, как обычно. Везде пусто, нет смеха школьников и звуков последнего звонка. Но выпускники не отчаиваются. Учиться онлайн уже привыкли, а значит, и прощаться придется тоже в сети. Ну вот и все. Окончили мы школу. И грусть настигла вас сейчас. В глазах наполнились лишь слезы. От мысли расставания в первый раз. Стихи, напутственные слова учителей и слезы родителей. От смены формата последний звонок не стал менее трогательным. Учеба от скуки, спасательный круг, мы снова здесь, мы вместе снова. Учителя в своих кабинетах, ученики и родители по ту сторону экрана. Дома уже знакомый для всех формат. Самоизоляция успела научить школьников искать во всем свои плюсы. В актовом зале мало места. В сети поместятся все. Тысячи зрителей присоединились к трансляции последнего звонка в Люберцах. Я хотел бы искренне еще раз поздравить наших выпускников. И я искренне желаю, чтобы вы гордились дружбой, которая зародилась в ваших классах, в вашей школе. Чтобы вы не забывали школу, вспоминали своих наставников. В добрый путь, дорогие наши выпускники. Удачи вам! Пусть планы ваши сбудутся! «Прощай, школа!» В этом году сказали 1393 люберецких выпускника. Среди них 170 претенденты на золотую медаль. Самым творческим и успешным в учебе посчастливилось стать ведущими уникального праздника на отдельных внутришкольных линейках и снова побывать в стенах родной школы. На самом деле мы все очень расстроились, когда узнали о том, что выпускные и последний звонок отменяются. Я очень долго готовилась к выпускному. Мы с мамой выбирали платье. Я рада, что у меня была возможность увидеться сегодня хотя бы с Егором, потому что мы вместе с 5 класса. Одноклассники и коллеги Александра и Егор – начинающие медийщики, выпускники гимназии «Интерес» и школьного телевидения. За месяцы разлуки соскучились по живому общению, обсудили грядущие экзамены и незабываемые школьные годы. Во время карантина мне очень не хватало общения с друзьями, с товарищами. Я очень соскучился по школе. И после карантина мы обязательно соберемся все вместе и по-человечески отпразднуем выпускной. Тяжело прощаться с выпускниками тем, кто воспитывал ребят все эти годы. На онлайн-линейках чувства переполняли педагогов. Скучаю, очень скучаю. Жаль, что после последнего урока не могу их обнять, пожелать им вживую удачи, успехов, каждым отдельно поговорить, каждому дать какой-то совет. Коронавыпуск, как говорят школьники, точно войдет в историю. У такой линейки даже появилось собственное название – «Зумок». Несмотря на удаленный формат, учителей усыпали цветами. А самый трогательный момент церемонии – звонок колокольчика – все-таки прозвенел. Я очень счастлив, что мне выпала честь дать последний звонок со своим братом. Желаю им удачи на экзаменах, а всем учащимся отличной учебы. Дорогие наши выпускники, поздравляем вас с окончанием школы, с праздником последнего звонка. И желаем вам большущего счастья. Успехов вам. Любви. Крепкого здоровья. Побед. Верных друзей. Удачи! Успехов на экзаменах! Вдохновения! Благополучия! Радостей в жизни! И чтоб сбывались все мечты! Счастливого пути! Анна Троян, Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев и Валерий Абсолямов. Телеканал ЛРТ.